Бывшая жена Баскова, Светлана Шпигель, осталась без средств к существованию. Об этом заявил в суде ее арестованный отец. Глава группы компании «Биотек» Борис Шпигель пожаловался в Мосгорсуде на безденежье после обысков, что подкосило благосостояние его родных, в частности, дочери, бывшей жены Николая Баскова, Светланы Шпигель, и ее детей. Дочь Шпигеля Светлана была замужем за певцом Николаем Басковым 7 лет с 2001 по 2008 год. У них растет общий сын. Ранее Борис Шпигель сообщил, что при обыске у Светланы забрали драгоценные украшения, которые ей дарил Басков. Ну, а на этом все. Суд разберется. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, что вы по этому поводу думаете. Ну а на этом все. Дам ссылку.